Студия звукозаписи, досуговая комната, кабинет движения первых. И это еще не все. В Черкесске открыли молодежный центр. Он станет местом притяжения активных и творческих людей. Платформой для реализации их потенциала. Какие возможности для реализации предполагает новое современное молодежное пространство? Расскажет Альбина Ламкова. Вообще мечтаю стать защитником нашего Отечества. И поэтому нужно продвигаться, учиться сразу, чтобы постепенно. Хочу, врачом. Врачом. Военным врачом, да? Я хочу быть тоже военным, и поэтому занимаюсь. Мне это нравится с детства. Веля Татаран и Екатерина Еременко занимаются стрельбой не первый год. Относятся с большой ответственностью к занятиям. Когда пуля вылетает из ствола, ничего уже поменять нельзя. Занятия спортивной стрельбой формируют у спортсмена хладнокровие, выдержку, наблюдательность и волю к победе. Главная цель – попасть в мишень. В центре есть все необходимое для проведения мероприятий в сфере молодежной политики. Развитие кадрового потенциала молодежи республики, организована и площадка по развитию молодежного добровольчества, где созданы все условия для волонтерской деятельности. Участвовала в многих мероприятиях. Хочу сказать, что данный центр дает большие возможности. Например, я в социальном плане выросла, то есть я стала более коммуникабельная, и я научилась презентовать себя. Многие мероприятия дали мне реализовать себя и понять, кем я хочу быть в этой жизни. И считаю, что этот центр может помочь многим ребятам реализоваться. Здесь, в центре, функционирует региональное отделение движения первых, учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», конференц-зал, музей и актовый зал, где проходят встречи и мастер-классы с успешными людьми республики. Когда уже зашел в борцовский зал, оттуда уже выйти было невозможно. Поэтому, как говорится, раз и навсегда. А если ты занимаешься тем делом, который любишь, у тебя в этом деле всегда будет результат. В молодежном пространстве предусмотрена и комната отдыха, есть студия звукозаписи, еще многое для полноценного развития, воспитания и реализации молодых людей региона. Для комфортного пребывания проведен капитальный ремонт во всех кабинетах, установили современное оборудование. В этом убедились гости, которые пришли на торжественное мероприятие. Открытие центра стало возможным благодаря программе Федерального агентства по делам молодежи «Регион для молодых». Новое современное пространство для развития молодежи запущено по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта образования. Заработал центр в рамках года молодежи, объявленного главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Созданы хорошие условия для того, чтобы вы здесь не только приобретали определенные навыки, но и для того, чтобы вы имели определенную точку роста профессионального по тем или иным направлениям. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.